В общем, вот смотри, 2 M&M Dance, да, за 10 евро, если берешь 2 штуки. Шоколад вот такой вот есть, 300 грамм по 70 евро. Это что такое? Это белое. Так, 15 евро за 2 штуки. О, чупик. Мы покупали с собой за 8,5 в том году. Да, вот там акция была, а сейчас он за 11,50 евро. Мишки по 6 евро. Что, куда еще пойдем? А все, детского ничего нету, что ли, больше? Здесь только такое все, смотри. Я не думаю. Какая-то. Нашла? А, ну да, вот есть тублероны за 11 евро. С орехами. Да, с орешками. Там это 360 грамм. Здесь нет. О, M&M Dance. За 8,50. Так все переделали здесь. Все по-другому стало. Печеньки. Я не знаю, где он был. Все, бежал в округе. На, держи. Тебя нет, мы пошли. Ну и какие? Как печенька, да? Печенька. За 9,50. Я взяла 2 билета, если что, купить по твоему или по своему. Вон такие есть за 9. Печеньки. За 8,50. Такие большие. По 5,50 евро. А здесь все на евро. Что еще будет? Где Ангелина у нас? А этих-то нету, да? Помнишь, мы смотрели большие эти киндеры-то человечек? Пойдемте туда. Билеты, смотри, осторожно, билеты. Чтоб они не оторвались. Ну ладно, она не нужна. Смотри, 5 коробок за 29 евро. Ихние сладости. 22 евро стоит. 22 евро стал стоить? Так он стоил 23 евро. Нет, он там 19, что ли? Нет, я тебе говорила, то, что он 23 стоит. Слышь, 22 евро, это сколько на наши денежки? Там много. На 75. 1500 такой. Ну, дороговато. Тут набор. За 7 евро. За 7 евро. Что тут? Это, наверное, киндеры внутри. Да. Вот, вот, посмотри, Ангелин. Вот, показано. Это надо так по календарю. Так, раз, два, три. Это типа как Новый год открывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 или 8 здесь штук. Это 8. 8 киндеров написано по 20 грамм. Просто в одной упаковочке. Стоит 7 евро. Ой, так здорово. Смотрите, как сделано. Как город киндеров. Классненько, да?